Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры «Мир танков» от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре американская ПТСАУ 10-го левела, проходная прокачиваемая ветка Т-110Е4. Вот такой прикольный у нас 3D стиль, и прежде чем мы пойдем дальше к обзору, обязательно ставь лукас под этим видео, подписывайся на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем изучать бронирование. Погнали. Итак, господа, коллижен модель нашего Т-110Е4. И очень похож по бронированию, по формам точнее, конечно, не по бронированию, на Т-110Е3. Клюв американский, все закруглено. И даже, в принципе, по рубке все. Вот, но броня здесь другая. Клюв у нас более ослабленный, здесь у нас всего лишь есть места 170, 200, 180, здесь повыше 217, катки 370, получше зашиты, да. Стык центральный хорошо защищен, 380, ближе к каткам 500, дальше ВЛД 292, 332, ну, ВЛД здесь в целом-то крепкая, 297, здесь все за счет рикошета, 400, плюс 800. ВЛД очень крепкая, но очень сильно дырявая НЛД. Теперь переходим к маске орудия и к башне. Она у нас поворачивается, в отличие от Т-110Е3. Маска орудия. Вот здесь нас ждут, ой-ой-ой, какие нехорошие сюрпризы. Справа, слева орудие в маске 254. Ниже 700, понятно. А выше 500, там 800. Но есть большие вот пятаки, где у нас броня 254. Мало того, сама рубка у нас 245, вверху побольше 300. То есть, если стрелять в нижнюю часть и ближе к маске, вот в эти места. Потому что у нас она такая чуть-чуть закругленная. Вот, и, соответственно, самые ослабленные места у нас будут вот здесь, рядом с маской, справа и слева. Верхняя планка. Верхняя планка у нас 76 мм, и по правилу трех калибров туда надо закидывать там от 200, грубо говоря, от 220, грубо говоря, миллиметров. Планка не пробивается. Ну, лючок 183 по центру, внизу 206, вверху 238. Ослаблены. Есть у нас какая-никакая, что тут броня, да, за счет вот этих наклонов закругленности можно за счет рикошета танковать, но нижняя часть, дно, все пробивается, и все это абсолютно знают. Если вы пытаетесь на Т-110Е4 танковать, вас будут вот сюда, в нижнюю часть, рвать. Через каток и, в принципе, во всю длину борта. Поэтому, увы, лучше на Т-110Е4 не танковать от борта. Еще раз, ослабленная НЛД, ослабленная рубка сама, ослабленные места в маске. Плюс, ну, просто дырявый лючок. Брони здесь вы будете терпеть, просто фиаско. От 9-х и даже 8-х левелов. Про 10-е мы просто молчим. Итак, разобрались мы с броней. Броня такая условная достаточно. Смотрим орудие. Пушечка 10-го левела, 155 мм. По сути, орудие то же самое, что и на Т-110Е3. 750 альфа на основном бронебойном. На голдовом снаряде 1100 на фугасе, бронепробитие 295-375, заряжается пушка 19,5 секунд, 0,37 точность, время сведения вот чуть похуже у нас, и разброс у нас, по-моему, похуже, там 0,36, по-моему, на Т-110Е3. Почему? Потому что там не поворотная рубка, а у нас поворачиваемая башня, поэтому вот эти характеристики у нас чуть хуже. Ладно, хорошо, в целом все равно неплохо. По полевой модернизации. Здесь нам нужно что? Здесь нам нужно во втором блоке усиленную ходовую. Вот. Дальше. Притирку шестерни наведения рекомендую. Здесь нам штанговый перископ. Перекомпоновка БК в седьмом блоке. И в восьмом блоке нам нужно ремонтопригодные гусеницы. По сути, та же самая прокачка, то же, что и на Т-110Е3. Вторым слотом мы берем живучесть. Мы будем обязательно ставить на этот танк улучшенную закалку досел
И приводы вот здесь мы ставим. Да, приводы ставим, чтобы получше, побыстрее сводиться. По сути, эта машина играется не как ПТ-САУ, а как штурмовой тяжелый танк. У нас все-таки крутится башня. По снарядам. Основной у нас ББХ Голда подкалиберный. Вот, ББХ летит 870, Голда 1088. Вот, по снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я поставил до паёк. 5 членов экипажа у нас, 2 заряжающих. Перки сейчас наблюдаете перед собой в таблице. Что касаемо УВН, у нас даже не минимально комфортный, для меня это минус 7, минус 8. Минус 6 это практически то же самое, что и минус 5 на советских тяжелых танках. Увы, нету здесь УВН. По количеству ХП все хорошо, 2160. По мобильности 35 вперед, 10 назад, почти 14 лошадей на тонну удельная мощность. По незаметности, ну, мы, естественно, не вкачивали перк незаметности, нам это просто не надо. Но если прокачать, она здесь там в районе 28-30% даже будет. Да, потому что ПТСАУ. По обзору 413 метров. Да. Ну, маловато, безусловно. По плюсам-минусам машины еще раз. Есть незаметность, если она вам нужна. Если вы будете вдруг на этой ПТшке играть в кустах, можно раскачать, безусловно, да. Хорошее количество ХП, по броне такое условное, прям в ближнем бою придется дергаться, потеть, но можно на нем делать результаты. По огневой мощи тут все хорошо, за исключением УВН. Хорошая альфа, хорошее пробитие, но нет УВН. Вот как-то так, да. Все остальное это минусы. Обзор в целом слабоват, мобильность слабая, вот. Ну, как-то так. Да, 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 мобильность слабая. Ладно, предлагаю уже на Т-110Е4 отправляться в бой. Посмотрим, как эта ПТ-шка играется в современных боях. Погнали. Так, господа, обзор боем. Американская ПТ-САУ 10-го левел Т-110Е4. Попали в бой к восьмеркам. У нас 121 Б, хэвик. Так, а что у них есть? Арта, да, есть арта. Это плохо. Вот арта самое плохо. Так, ну что, надо 4500, 5К. Сейчас поедем добывать. Попали. Попали.
Попали. Хороший, мне нравится такой размер. О, арта ему еще на. Отдохни. А как-то я не попал. Попали. Ты чё это, друг, делал вообще? Чё такое было? Поехали за другими. Поползли. Так, ну что, почти план выполнили, но уже особо не постреляли. Блин, с вертухи стрелял, потому что прятался, заезжал. Пришлось. И не попал. Это плохо. Уже точно мы не постреляем. Ой, хороший выстрел в полете, ребята, это надо на реплей выкладывать. В полете ЛТшку подстрелили. Ну все, план выполнили, 5к есть, можно и поесть. Видали, вот это шот был в конце. Ах. Да, красавец. Попали. Так он красиво на нас вышел. Ладно, по сути, это, конечно, не ПТСАУ. Большинство игроков, 90% случаев, на Т-110Е4 играют как на тяжелом танке. Броня в башне, броня в ЛД, да, НЛД ослабленная. Но при всем при этом рубка поворачивается, хороший разовый урон, хорошее пробитие позволяет на этой машине смело играть в группе тяжелых танков. Безусловно. Так, первое место у нас по урону. Это хорошо, это знатно. Отхлестали всех. По пятибалльной системе 4 с плюсом данную машину факт заслуживает, как на мой взгляд. Ребят, у кого есть в ангаре Т-110Е4, пишите свои комментарии. Как вам эта машина? Какое вы используете оборудование? Получается ли на Т-110Е4? Все в комментарии. Обязательно прожимайте лукасы. Подписывайтесь на канал, вам не сложно, мне приятно. А я вам хочу сказать, до скорых встреч, пока в новых обзорах. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.